салфеткой. Откуда жжет, мы тебе напихаем туда. Салфеткой. Вот. То есть не всеми вот этими манипуляциями, вращениями, да, мы можем добиться результата. Но вот иногда дернуть, и там дополнительно идет расслабление. Значит, захватываем под основание черепа и шеи, вот там, да, натягиваем на себя, вот можно так тоже потянуть, расслабить. Тут важно почувствовать опять вот этот момент качания, да. Далее нам нижняя челюсть не нужна, обхватываем за скулы и верхнюю челюсть. Вот. И расслабляя дополнительно во всех проекциях, как нам только можно, да, по пути, вертикально, горизонтально, ротация. После этого дергаем. Есть, ну давай первый, это первый способ. Вот, еще раз. Только я упираюсь в стол, видите, чтобы стол никак не двигался. А еще лучше, если у вас есть партнер, и он может держать за ноги. Так, сейчас секундочку продемонстрирую. Все, теперь лежу, ну, и не двигаюсь, дышать. Расскажи нашим зрителям, да. Вдохнуть тяжело. Дыхание сперло, но где-то прощелкнулся, докуда-то дошло. Ой, так хрустнуло, боже мой. Докуда дошло? Через день трудного дела, да? Ну, где-то чуть ниже даже, наверное. А сверху? Шейно-грудной переход? Да. Тоже было, да? Вообще так. Вот, второй захват. Душим человека. Шучу, конечно. На самом деле, на горло оно держится легко, да? Просто у нас тут подключается еще нижняя челюсть. И первый удобный захват. Да? Да, и мягче идет, и облегает лучше. Ну, кому-то вот нравится почему-то второй захват. Бывает и такое. А ты два знаешь захвата, да? Да, я все знаю. Вот, берем тогда вот так вот. Но тоже у нас только череп интересует. Не челюсть, а череп, вот. Также расслабили. Просто кому-то так вот качание удобнее почувствовали, да? Вот мобильность почувствовали. После этого дернули. Все, дыши теперь, да, приходим в себя. Опять же, многих пугает, но на самом деле это все безопасно, потому что декомпрессия. Даже если есть у человека гемангиома, то ничего не случится, мы просто растягиваем. Да, но вес тела, не, держать не надо. Просто весом тела нужно при натяжке. Манипуляция, вдруг, да, открывается. А то, если слабый вдруг у человека, то можно